Вот я, продолжение нашего разговора. Это берег Онежского озера, вот за мной там буквально 10 метров. Я что-то глянул, думал, заеду, и никаких проблем. Тут развернусь и так далее. Но что-то я, скажем так, неверно оценил свои силы и длину автомобиля с прицепом. Я два раза вставал в мертвую точку, думал, что все, пипец, приехали. Ну вот, два раза. И сейчас стою так неутешительно. Ну, по крайней мере, сейчас понятно, как выезжать. Ну вот, поэтому, ребята, не переоцените свои возможности, возможности вашего транспортного средства. У нас ночевка временная. То есть мы завтра обратно в путь. Вот так это выглядит. Конечно, я бы выехал. Вот он, берег Онежского озера, очень красивый. Я бы выехал бы и на берег, ну вот, но нужна либо вторая машина, либо хорошая стационарная лебедка. Потому что я думаю, что вот здесь вот на въезде были бы наверняка проблемы. Ярослав, специально для тебя отдельное спасибо и респект тем людям, которые придумали вот этот столик. Это просто бомба. То есть, еще не успев оформить лагерь, открыть, а фуршет уже просто готов. Ребята, спасибо вам огромное. Обладание этим прицепом доставляет кучу радостей и незабываемых впечатлений. Особенно, когда он застревает между деревьями. Пока, спасибо. Так, друзья, сегодня 4 опять же мая. Продолжаем репортаж с интересных мест. Мы все-таки доехали до берега Мологи. Мы последний раз здесь были лет 20 тому назад. Ну вот, чудом мы нашли дорогу, чудом мы доехали, слава богу. Вот такое красивое место, высокий берег. Ну вот, вот мы с нашим чудесным караваном, кажется, КС-29. Огромное спасибо всем людям, которые приложили усилия, знания, деньги и так далее, которые создали эту вещь. Мы сейчас получаем истинное наслаждение, потому что мы реализуем то, что раньше нам не удавалось. То есть мы выезжали, конечно, за город, ездили в экспедиции, но мы ночевали в палатках. Палатка вон на машине стоит. Вот, соответственно, справляли нужду в кустах с лопатой. Ну вот, кушали на коленках, ну и так далее. Все, что сопряжено с такой, с походной туристической жизнью. Вот. Ну, то ли что-то изменилось с нами, то ли все-таки это возраст, то ли желание все-таки не выживать, а жить. Мы приобрели вот такой караван, всем рекомендуем. Мы сейчас проехали в общей сложности где-то под 1000 километров, из них километров, наверное, 300 по лесу. Мы возвращаемся с водопада. Белые мосты. Дорога там туда и обратно. Это просто ужас. Вот сейчас Саша пытается преодолеть горку. Я вот сбежала, чтобы и заснять, как он это делает. Ну, в общем, сами смотрите. Тяжеловато ему, конечно, но что делать? Давай, давай. Пиздец какой-то, а не дороги. Давай, давай. Ребята, в очередной раз снимаю вот это волшебство. Это мы разобрали кровать. Сейчас готовимся ко сну. Ну вот, мы только что приняли душ. Вот, бойлер работает, горячая вода работает. Вообще в полном масштабе. Ну, единственное, что у нас шкаф это одновременно и душевая, или душевая одновременно шкаф. Нам пришлось выложить вещи. Ну да, есть какие-то, конечно, определенные моменты, что приходится мыться сидя, но все равно кайф заключается в том, что мы принимаем душ просто в лесу, да,
Это первое. И в любой точке мы всегда сидим на горшке, на белом горшке. А вот эта Натуся вернулась, она машину закрывала. Давай домой. Ну вот, так что вот так вот. Все здорово. Спасибо. Вот такие видосы открываются из нашего окна, из нашего любимого прицепа. Все приобщайтесь к путешествиям, покупайте внедорожную технику, внедорожные прицепы и айда в пампасы.